Губернатор Тверской области Игорь Руденя переизбран секретарем Тверского регионального отделения партии «Единая Россия». Соответствующее решение было принято на традиционной отчетно-выборной конференции партии. Участие в мероприятии приняли член Генерального совета «Единой России» Андрей Парфенов, сенатор Андрей Епишин и другие представители политической элиты Верхневолжья. С места событий материал нашей съемочной группы. Минувший 2021 год во многом стал определяющим для регионального отделения партии «Единая Россия». С этого заявления, открывая отчетно-выборную конференцию, проходившую в киноконцертном зале «Панорама», начал губернатор Игорь Руденя. На выборах, проходивших в сентябре прошлого года, партия вновь подтвердила свой статус одного из ведущих политических объединений страны. «Единая Россия» одержала победу на выборах нескольких уровней: депутатов Государственной Думы, губернатора Тверской области и законодательного собрания региона. Наша партия получила 72,5% по, если говорить по депутатским местам. Это 29 из 40 мест. Всего на территории Тверской области в депутатских объединениях и фракциях «Единой России» состоит 1695 депутатов. Это почти 79% от всего депутатского корпуса всех уровней на территории Тверской области. Комментируя итоги прошедших выборов, член Генерального совета партии, руководитель Центрального межрегионального координационного совета «Единой России» Андрей Парфенов отметил, что это хороший результат. На сегодняшний день, подчеркнул Парфенов, команда регионального отделения партии готова к выборам 2022 года, включая выборы в Тверскую городскую думу и кампании в других муниципалитетах. Я уверен, что мы сохраним свое большинство, а даже где-то приумножимся. Вот такие задачи сейчас стоят перед нашей организацией политической. Ну и самое главное, как я говорил, на юбилейном съезде ключевой темой была реализация народной программы. В рамках прошлого цикла было собрано очень много наказов. И, конечно же, региональное отделение обязательно их выполнит. Это наша ключевая задача на сегодняшний момент. На конференции был избран секретарь регионального отделения партии. По итогам голосования им вновь стал губернатор Игорь Руденя. Также избран региональный политический совет и его президиум – контрольная комиссия. Итоги конференции нелогичны и предсказуемы, потому что, как правильно уже было отмечено в выступлениях сегодня, у нас нет внутриэлитных конфликтов, у нас достаточно сплоченная, достаточно дружная команда, которая во второй раз уже избрала губернатора области секретарем регионального отделения, и мне кажется, что много здесь действительно зависит от слаженной работы. Это касается и правительства Тверской области, это касается депутатского корпуса нашего многочисленного. Ключевыми задачами регионального отделения партии «Единая Россия» участники конференции назвали реализацию народной программы партии, сформированной совместно с жителями. В первую очередь это решение демографического вопроса через реализацию инвестиционных проектов, создание рабочих мест, поддержку многодетных и молодых семей, развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, формирование комфортной среды, модернизацию дорожной и коммунальной инфраструктуры и другие сферы.